Русский стиль – это, конечно, явление и психологическое, и метафизическое. Это обращение к истокам. Это стремление не просто подражать западным образцам или ориентироваться на произведения мирового искусства, но и предъявить свое национальное, самобытное, уникальное. Здесь и самоотверженность, и мужество, и ощущение того, что есть нечто большее, чем ты сам. Вот, может быть, в этом есть та самая загадочная русскость. Всегда есть нечто большее, чем ты сам. Отсюда и особое чувство общности, и особый русский индивидуализм, таинственный и глубинный, своего рода русская экзистенция. Русскость, на мой взгляд, связана с мечтой и с особенным, трепетным, нежным отношением к нескольким явлениям жизни. Это отношение к вере, это отношение к русской словесности, и к литературе, и к языку. Это отношение к воинству. И не случайно появляется цикл Александра Блока на поле Куликовом. А русская литература, обратившаяся к нашей древности, это тоже наш русский стиль. И это отношение к природе, обожествление природы, причастность к природе. Я молюсь на алые зори, как написал Сергей Есенин. Все это русскость. И эта русскость уникальна и драгоценна. Она не связана с эскапизмом, с замкнутостью. Это открытость всему миру. Кроме всего прочего, потрясающая эстетика русского искусства связана с готовностью вбирать в себя все экспериментаторское, все новейшее, все прогрессистское и переиначивать по-своему. Отсюда и феноменология поэмы Евгения Онегина, где огромное количество заимствованных слов. Отсюда русский авангард, который оказался таким крутым, что потом те, кому, казалось бы, подражали наши художники, с отвисшими челюстями наблюдали, ого, как получилось в России. Поэтому не закрытость, а открытость и способность быть светом миру. В общем, русский стиль удивительным образом вобрал в себя то, что могло показаться архаикой, и из мнимого китча выдал нечто живое, одухотворенное и стремительное.